них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность, стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Часто у этих людей с числом рождения 1 или датой с числом 4, 13, 22 или 31 связаны с новостями о происшествиях, несчастных случаях и болезнях, которые впоследствии предстоит сыграть в их судьбе существенную роль. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Камень-янтарь для обладателя этого имени оказывает особое влияние. Если этот человек увидит янтарь, ему обязательно захочется потрогать этот лучистый самородок. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Они щедры и благородны, готовы всегда прийти на помощь униженным и оскорбленным. Способность хорошо овладеть языком в устной речи и на письме. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.